мальчик меня отвлек. Меня отвлек мальчик, и я уже забыл, что мне здесь. А, муку взвесить. Рам-парейра, не за солнце. Меня зовут Арен Денис, я из Днепра, мне 12. Сегодня я готовлю шоколадный фонтан, но необычный. Я взяла инициативу сделать облепиховый соус. Пусть стоит, соусом займись. Соус мой, варись, варись. Отлично. Все супер, мам. Можно на голову? Здравствуйте. 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 Меня зовут Таран Денис. Денис, а расскажи нам трошки про себе. Чем займаешься? Ну, во-первых, я люблю готовить. Я как бы с детства рукодельник. Умею как бы вязать, вышивать, но это я делаю в свое свободное время. Но да. Как вот это? Да. Люблю рукодельничать. Мальчик у нас очень увлекательный и увлекающийся. У меня есть коллекция моих шапочек. Вот эта шапочка на этого Мишку, она ему просто идет больше. Эту шапочку я сделал специально для Пети. То, что он сейчас делает руками, оно на самом деле пошло с детства. Он все время хватал клубки какие-то, веревочки, ниточки, скакал. Все, что попадало ему в руки, он все связывал. Вот это зигубы называется. Это просто квадрат, сшитый по углам, и получается оно как пирамида. Ажоры. Это для вас специальные как бы подкладочки. Восточная лилия. Это увеличенный бабушкин квадрат. Вот так надо вязать по спирали, и мы получим вот такой результат. А потом делаем столбик с накидами, два столбика с накидами, и как бы делаем убавки. И если сделать равномерные убавки, оно пойдет на цилиндр, чего нам и надо. Говорит, мама, ты не обидишься, если я не буду как все айтишникам? Я говорю, нет, не обижусь. Ой, привет, Даша, заходи. И Ника, привет. Некоторые девочки меня просят, чтобы я за них сделал домашку по вязанию. Вот, им там надо сделать 10 столбиков с накидами. Сейчас будет. И за одну замену я могу связать одно ДЗ. Папе приятно, что у нас є Золушка, которая нас може удивляти. А як і коли з'явилося таке незвичне, як для хлопця, захоплення? Ну, дело в том, что моя бабушка очень хорошо вышивает, вяжет. И с детства как-то она вот меня приручила брать иголки, все-таки что-то делать, ну, не сидеть на месте. Тобто в тебе дуже теплі стосунки з бабусею. Моя бабушка очень меня любит, и даже если мама говорит мне: «Деня, не будем делать капкейки, так как там масляный крем, а мне надо быть на диете». Нет, нет, ни в коем случае. И тут же мы у бабушки делаем эти капкейки. Конечно. Це ж бабусі. І вони люблять своїх онуків. Іноді навіть більше, ніж дітей. А що ти нам сьогодні приготував? Сегодня я вам приготовила шоколадный фонтан с облепиховым соусом. Ты знаешь, облепиха – это одно из наибольших открытий для меня тут, в Украине. До приезда сюда я ничего не знал про эту рослину. Я у захваті від того, скільки всього можна приготувати з неї. Мені подобається така незвична ідея використати обліпиху як основу для соусу. Фондант.
Яка головна характеристика фондану? Жидка начинка. Да. И вот на том моменте, когда он начал резать, мне чуть-чуть стало, ну, чуть-чуть грустненько. Напряжение сильное было. Дивись, як витікає начинка. Соус не гіркий. Мені подобається колір. Мой соус йому так понравився. От він його є прямо з фонданом, з великим удовольствием. А що це? Это обычное ванильное мороженое. Ты сам готовил морозиво? Нет, у меня просто не хватило времени. Навіщо ж тоді ти поклав його на тарілку? Я не понимаю. Ну, Татьяна, она подошла. Татьяна ж очень хорошо умеет готовить десерты. Обычно мальчики любят готовить мясо, они к десертам боятся даже прикасаться. Это удивительно для меня. Почему так? Ну, потому что все же это бабушки. Бабушки, они как-то вот, они же как бы еще с села. Тесто для них это было очень важно. И на каждый праздник они делали очень много пирогов, пирожков. Первая бабушка меня на такое тесто, как бы песочное, бисквитное. Вот, а моя вторая бабушка, бабушка Лариса, она меня как бы научила делать дрожжевое тесто. Дрожжевое тесто – это вообще мое самое любимое тесто. Понятно. То есть можно сказать, что бабушки твои лучшие друзья, если говорить о кулинарии, да? Ну, да. Попробую, что у тебя сегодня получилось. А что это такое сверху? Я очень сильно протупил, когда начал сыпать пудру на горячий фонтан, и получается, моя пудра превратилась просто в глазурь. Угу. То есть это сверху белая сахарная глазурь? Да. Ну, в идеале, да, он должен был чуть-чуть подостыть, и я должен был его притрусить, чтобы он остался именно белым. Вот эта глазурь, вот меня она просто беспокоила. Спасибо. Здравствуй, Денис. Меня зовут Дима. Здравствуйте. Денис, ты сам пробовал фондан? Нет. Ты делал себе еще один фондан перед тем, как выносить его? Нет, я делал только один. Нам. А хочешь попробовать? Да, кусочек. Попробуй рассказать, что ты думаешь. Как по мне, то я бы положил бы чуть-чуть меньше сахара и, возможно, положил чуть-чуть меньше муки, чтобы края были более хрустящими. Ну, ты сам все сказал, спасибо. Ему не понравился мой фондан. Денис, ты знаешь, мы на протяжении всех сезонов видели множество шоколадных фонданов. Но я впервые вижу шоколадный фондан с сахарной глазурью сверху. Это создает такое совершенно другое настроение этому блюду. Но что мне понравилось больше всего, это твоя фантазия с облепиховым соусом. В этом есть твоя индивидуальность, в этом есть твоя фантазия. Я говорю тебе «да». Спасибо. Денис, ты приготовил достаточно простое блюдо, на мой взгляд, а мог бы приготовить для мастер-шефа что-то более сложное. Поэтому я говорю тебе «нет». Сейчас он даже мой соус не попробовал. По баллам у нас мінус-плюс, осталась тільки надежда на Ектора. За це морозиво
Я сегодня говорю? Нет. Проте за твій фондан з обліпиховим соусом я говорю. Да. Спасибо. Спасибо большое, Виктор. Спасибо. Денисе, це дуже вдала ідея поєднати солодкий шоколадний фондан з обліпиховим соусом. Ти молодець. Поздравляю. Спасибо. Поздравляю тебе, Денис. Я обняла Гектора, Татьяну. Отличный фондан, ты отлично поработал. Ну и к Диме подошел, пожал ему руку, к сожалению, не обнял. Не знаю, от мені как-то что-то как-то даже чуть-чуть, ну, неловко было его как-то обнять. Ну, можно вы вот это вставлять не будете, ну, пожалуйста. А то ещё перед Димой опозорюсь. До встречи, спасибо. Я как вон та Вика Сулейма из первого сезона. Она ж когда вот это ей дали фартух, она ж туда, сюда, а потом туда. Вот. И я тоже, ну, я знала, куда идти, но все равно эмоции так переподняли, я там чуть не гепнулся. Привет. Там было так круто. Ура! У меня белый фартух! Бабушке, большое вам спасибо. Все, теперь он будет тебя бояться. Да. Подошел так. Скажет, там сидит дядька, дядька с черными сережками, он злой и ужасный. Да я же не такой. Все делаешь хорошо, зайка. Молодец. Здравствуйте, меня зовут Даша, мне 12 лет. Я пришла сюда за победой, за белым фартухом. Мастер-шеф – это моя определенная цель, к которой я иду. То есть это возможность доказать себе, доказать другим, доказать людям, которые в меня не верят, то, что я могу и то, что это в моих силах. Я сегодня решила приготовить зеленую пасту карбонара. На самом деле я очень люблю работать с тестом, поэтому я выбрала карбонару. Мама, папа очень любят пасту, и я часто ее готовлю. Еще в раннем детстве, когда я что-то пыталась готовить, какие-то салаты, делала какие-то десерты. Даже если они мне не получались, сгорали, я от этого такого удовольствия получала. От того, что я делала какое-то тесто, я чувствовала себя такой взрослой. Бабушки на очки одевала, типа, бабушка говорит, зачем ты одеваешь очки, ты же все видишь. Я говорю, бабушка, ну мне нужно почитать рецепт. Даша, водичка. Ой, водичка надо поставить. Папа, то еще ты меня не нервируй. У меня тут ножи есть. Давай, давай, ножи. Советы от папы. Я не знаю, я так, наверное, никогда в жизни не волновалась, даже перед контрольной по математике. Я никогда так не нервничала, у меня тряслись руки непроизвольно. Я себя успокаивала, но я вот уже вот просто меня разрывала на части. Солнышко, у меня руки трясутся. Ничего страшного, это адреналин. Блин, я боюсь не успеть. Нужно еще успеешь. Добавить. Успеешь. Готово. Алле, оп. И у меня два чувства. Первое. Ой, ты молодец, ты справилась раньше, типа, круто. Второе чувство. Даша, а если это невкусно? А если это невкусно, то что ты будешь делать? Доченька, я тобой горжусь. Я очень тебя люблю, ты мне лучше. Соберись. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Эктор.
Меня зовут Даша, очень приятно. Очень приятно. Що робить Даша на мастер-шеф? На мастер-шеф я прийшла доказати в першу чергу себе і всім остальним, що я можу щось, що не можуть інші. Ого! Це моя ціль, я к ній йду. Для мене це дійсно важливо. Саме важливе в моїй житті – це добиватися своїх цілей, ставити їх і добиватися. Ставити якусь планку, через нього вже перескакувати. А яких цілей ти вже досягла? Я староста своєго класу, отличниця. Мені цікаво бути старостою, мені цікаво організовувати праздники, навіть допомагати вчителю. Я бачу, що ти лідер та любиш керувати. Але для справжнього керівника дуже важливо бути чесним та об'єктивним. От і зараз перевіримо, чи можеш ти бути саме такою. Давай пограємо. Давайте. Давайте. Хорошо. Сідай на мій стілець. А я зараз повернуся до тебе зі своєю стравою, і ти спробуєш себе в якості судді. В смислі? Тобто я не розуміла, що це реально, взаправду, я зараз подойду і буду як Ектор, взагалі там, говорити, що ой, от це вкусно, це не вкусно. В общем, я сажусь на цей стул. Здравствуйте, судді. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Эктор. Здравствуйте. Эктор Иванович. Здравствуйте, Эктор Иванович. Я очень-очень хочу на проект. И я очень-очень нервничаю. Моє блюдо – це я спробую. Я очень хорошо попробую молекулярна кухня, потому что я смотрю, когда Татьяна Литвинова на третий сезон, это на це буде добре. Да, це буде добре. Вона попробує, як делать молекулярні кухні. І я хочу делать як молекулярні кухні, як Татьяна Литвинова. Я открыт банка и очень, ну смотри, как аккуратно, очень аккуратно. Очень красиво. Все дело. И здесь, но Татьяна Литвинова делает из красный перец, я делаю из черный. Креатив. Да, креатив, потому что мои глаза как, ну ты знаешь. Это по рецепту Татьяны Литвинова. Хорошо? Хорошо. Она из имя. И какое же у нее имя? Даша. Даша? Да. О, ну извините, Дашуля. Дашуля. Я пыталась быть настолько деликатной, насколько это было возможно. Давайте так. Это блюдо сейчас не очень уровня мастер-шеф. Что? Конечно, да, смотри, из белый, как фартук. И чуть-чуть, смотри, логотип мастер-шеф. Пожалуйста, я хочу. Давайте договоримся. Я без фартук. Пожалуйста. Еще бы минут пять Эктор бы вот так вот меня умолял, я бы закричала: «Эктор, доберем мы вас вашу двадцатку, только отстаньте, пожалуйста!» Как-нибудь в следующий раз. Мы вас очень ждем. Хорошо. Ну хорошо, я думала, сейчас скажешь, ну хорошо, значит, тебя мы в мастер-шеф тоже не берем.
Да. Это было сложно. Я не знаю, как судьи могут это терпеть, когда 100 человек, ну, допустим, даже меньше, тебя каждый просит. Я самый лучший, да пожалуйста, но я тут же самый классный, возьмите меня. И когда они постоянно на мозги вот это капают, я не знаю, у судей просто железные нервы. Бену, на жаль, тебе мій молекулярний змій не вразив. Подивимось, що вразить мене твоя страва. Що ти приготувала? Дашуля. Я приготовила пасту карбонару, но я покрасила ее в зеленый цвет с помощью шпината. Мені подобається текстура твоєї пасти, тісто ніжне, ти дотрималася всіх необхідних пропорцій. Соус насичений і добре доповнює її ніжний смак. Мені все зрозуміло. Дякую. Даша, ох, як відказувати Ектору було непросто, да? Продукты. Мы с папой покупали, ездили вдвоем. Я его не отпускала одного, потому что я была уверена, что он возьмет не той жирности сливки, может вообще кукурузную муку возьмет, не знаю, яйца перепелиные. Сыр, то, что он взял бы не тот сыр, я бы уверена была бы. Поэтому я поехала с ним. Рано пришлось встать, но... Ну, результат налицо. Спасибо. Привет, Даша. Здрасте. Стою я и вообще ничего не понимаю. Даша, ты сделала достаточно сложное блюдо. Ты сделала пасту сама, приготовила тесто сама, добавила шпинат. Я говорю тебе да. Спасибо. Дашуль. У ролі судді ти була справді об'єктивною і безкомпромісною. І цілком заслуговуєш на таку ж об'єктивність. Усі складові твоєї страви виконані бездоганно. Тому без жодного сумніву я кажу тобі «да». Спасибо. Я говорю тобі «да». Три. «Да». Цей білий фартух, який ти мені цілком заслужено не дала, тепер він твій. Поздравляю. Спасибо вам большое. Моё блюдо всё дело, как Татьяна Литвинова, она всё будет дома. Хадина, я думала, я убью тебя. Это молекулярная кухня. Это был Оскар, Эктор. Это был Оскар. Отрезал пакетик. И аккуратно. Я так примерил, 1 сантиметр отрезал. И глаза чёрные, как мои. А у неё были красные, как у неё. Шаповал, мне 10 лет, я из города Буча. Сегодня я готовлю шоколадный фондан. Готовлю это блюдо, потому что создатель фондана получил 3 звезды Мишлена. И я хочу последовать его примеру. На данный момент я спокойна, у меня все получается, и я не переживаю. Давай. Давай. Все, отлично, презентуй.
Акуратно тільки перенеси. Когда я вез на тележке свое блюдо, с презентацией у меня вышла небольшая лажа. Впал! Не психуй! Денис, все нормально! Что такое? Мяту другу возьми! Возьми мяту! Да не надо, другой мяту мне салфетка надо! Витирай все! Тебе еще 4 хвилини, так что нормально! Здравствуйте. Здрасте. Меня зовут Гектор. Меня зовут Денис. И... Для чего ты пришел на мастер-шеф? Я пришел на мастер-шеф доказать всем, что я особенный. И теперь... А что самое робить тебе особливым? У меня очень хорошо получается готовить. Да? Да. И cuéntame acerca de... А своих одноклассников ты пригощаешь своими стравами? Нет. Porque pone el шому. Некоторые с меня издеваются, а некоторые со мной очень хотят дружить. И porque шому вони ображають тебе? Потому что я смотрю девчачьи мультики. А чому тобі подобаються саме такі мультики? Тому що там все йде в стилі сказки, в стилі доброти, а не в стилі убійств. Ага. Que te guste. У тебе є улюблений мультик? Ever After High – «Дорога в страну чудес». Вау! А мій улюблений мультик? Вгадай, який? И todavía... Русалонька. Когда я как-то сказал, что он любит смотреть мультфильмы в свои 44 года, я сначала подумал, что он шутит. Скажу тобі дещо по секрету. Sabes cuánto... Знаєш, скільки разів я переглядав цей мультик і плакав? Сколько? 4 раз. Ко? Да. Ну що ж, час скуштувати твою страву. І qual es la princip... Скажи, яка головна ознака того, що фондан приготований правильно? Щоб серединка витікала. Став нервіозно? Ти нервуєш? Немного, да. Але це ще не все. Треба спробувати, який він на смак. Тетяна для мене було взагалі общатися отак от, шок. Тому що Тетяна – це королева десерту. Знаешь, что мне больше всего нравится что? Здесь? Подойди поближе. Видишь? Четкий край. А внутри, как будто бы ты сделал корзинку и заполнил все это специальным шоколадным ганашем. Знаешь такое, что да. Это шоколадный ганаш? Это черный или вот другой шоколад, растопленный со сливками. Да. Со сливками. Такое впечатление, что это не шоколадный фондан, а что-то гораздо более сложное. Здравствуйте. Меня зовут Дима.
приятно познакомиться. Взаимно. Я тебе хочу рассказать свою историю. Иди сюда. Мне кажется, что мы с тобой чем-то похожи. Потому что в детстве и в школьное время у меня всегда друзьями были девочки. Так что в этом ничего нет страшного. Я согласен с вами. Согласен? Да. Приступим к твоему фондану. Я уже все про него прознал, поэтому вопросов тебе задавать не буду. Спасибо тебе. Твій фондан не лише приготований за всіма правилами. Серединка рідка, витікає, він ще й надзвичайно смачний. Я говорив, да. Спасибо, Ектор. Денис, я очень часто тоже смотрю мультики, потому что они дают возможность посмотреть на мир по-другому. Потом, когда я вдохновляюсь, я тоже готовлю очень вкусные блюда. Чего и тебе желаю. И тоже говорю тебе да. Спасибо. Эх, Денис, Денис. Ну, ты знаешь, что здесь у нас не до мультиков. У нас здесь все очень серьезно. Я буду стараться. И мультики смотреть будет некогда. И сказки читать тоже. Придется читать кулинарные книги. Без проблем. Учить рецепты наизусть. И быть отличником здесь. Хорошо. Ты готов к этому? Да. Потому что твой фондан, он идеальный. Я говорю тебе, да. Спасибо. Поздравляю. Спасибо. До встречи. До встречи. До встречи. Рида? Рида, молодец, Бойче, да ты переживо. Энджик, отлично все. Слушайте, я стесняюсь спросить, вы что, правда смотрите мультик? Я в шоке. Я смотрю. Я в шоке, честно. Я смотрела, когда у меня Вова был маленький, а вы чего их смотрите? Я смотрю, когда я маленький тоже. Ну, хороший. Сміх сміхом, та роботи у наших суддів ще греблюгати. Меня зовут Саша. Саша, очень приятно. Меня зовут Соня. Даша. Катя. Меня зовут Ектор. Ектор. А Ектору завжди так щастить. Динько. Знаходити в рибі кістки. Не надо. Не что это? Не надо. Это хорошо. А что это за страва? Геометрия. Ого. Серфрай с курки. Грушевый пирог с ванильным соусом. Испанский суп гаспачо. Это очень вкусно. Добавила и сельдерея, и табаско. Это просто такое сочетание, просто взрыв. Это вкусно. Красивая золотистая корочка, равномерная. Прекрасный соус. С любовью, с душой я его готовила. Даже смачного я буду. Тукирис. Хочеш білий фартух? Да. Ти його заслужила. Він твій. Ти молодець. Я говорю тебе да. Спасибо большое. Три да. Спасибо большое. Я тоже говорю тебе да. Спасибо большое. Ты же очень хотела его получить. Конечно. Ну. Давай.
Меня зовут Ева, я из города Одессы, и мне 9 лет. Очень люблю готовить. Одесса, жемчужное море. Девочка, не отвлекайся. Корону я решила одеть, потому что необычно, чтобы принцессы готовили. Если ты принцесса, тебе же всегда готовит повариха, уборщица за тобой убирает, кто-то там еще что-нибудь делает, одевает тебя. И как-то вот принцесса, которая готовит, это очень необычно. Я сейчас готовлю блюдо ризотто с курицей и грибами. Оно очень вкусное, очень мне нравится, и я думаю, что оно мне поможет выиграть на этом проекте. Я сначала начала по всей, просто по всей поверхности метаться, все переворачивать. Ева, аккуратно, что ты творишь? Ева, хватит риса. А? Риса, хватит. Мой руки, ты все рассыпала. Я оставляю всегда бардачок после готовки. Ева, 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 Ева. Сколько времени осталось? 3 минуты. Мне самое главное было, чтобы рис сварился. И чтобы вино выпарилось до конца, потому что, как я знаю, Эктор спиртное на работе 100% не будет пить. Все, давай, вперед. Че ты, ёпарсы-то? Все, молодец, умничка. Мама говорит, настраивайся на лучшее, на худшее, потому что может быть и лучшее, и худшее, но лучшее настроен всегда, а на худшее никогда. Давай. Ева, 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 Ева. Все, Одесса. Добрый день. Ух. Здравствуй. Здравствуй. Захожу, а они все настоящие. И говорить умеют. Первая подошла Татьяна. Я так сразу... Начала хорошенькая. Я уже знаю, что тебя Ева зовут. Да. Такая группа поддержки. Кто с тобой приехал? Со мной никто не приехал, это просто наши друзья здесь есть. И все просто, весь зал стал группой поддержки. То есть ты уже обаяла всех? Да. Ну ты даешь. Это твоя корона работает? Да, наверное. Если 5 мальчиков в школе, то здесь уже все могут. Это что значит, как это, 5 мальчиков в школе? Их обычно больше в школе. Нет, в смысле, те, которые влюбились. Ого! То есть у тебя есть 5 поклонников? Да. Из всех 6 мальчиков мне нравится мальчик, которого зовут Сеня. Мы с ним сидим за одной партой 2-й год и 3-й год вместе. Он мне каждый раз, каждый день, каждый час, каждую секунду, каждую минуту дарит подарки. Что с ним будет, если ты попадешь сюда к нам? Это же надолго. Не знаю. Он же тосковать будет. Да. Вчера он меня почти даже не отпускал со школы. А остальные 4? Остальные 5,5 пока что пусть свое заслуживают. Как тебе удается завоевывать такое количество поклонников? Например, был у меня первый друг. Я стала часто уезжать специально. Я всегда, наверное, чуть ли не каждые выходные, то в Киев, то еще куда-то, то во Львов, то в Карпаты. И он вот так скучает, скучает, и каждый раз я это делаю все больше, и так с каждым. Вертихвостка, это ты всем им крутишь голову, да? Наверное. Дай 5, молодец.
Ну что, познакомилась с тобой, хочу познакомиться с твоим блюдом. Расскажи, что же ты приготовила? Я приготовила ризотто с курицей и грибами. Это когда-то в 2012 году делал Эктор. То есть ты по его рецепту это сделала? Да, с интернета. Ты рискуешь. Ну что, посмотрим. Я чувствую, что ты добавляла вино. Да. Ты хорошо его выпарила. Лук тоже практически растворился. Он там не чувствуется, он такой полупрозрачный. Кажется, что это соус. И рис альденте. Это правильно. Чуть-чуть аккуратнее, да, когда ты выкладываешь. Все-таки вот эти рисинки, они должны быть все вместе. Да. Спасибо. Здравствуй, Ева. Я вообще вижу, что ты принцесса. Да. И покорительница мужских сердец. Да. Поскольку ты такой знаток, дашь мне совет? Мне нравится одна девушка. Как обратить ее внимание на себя? Вам надо подарить, ну, наверное, во-первых, коробку конфет, всю завернутую в бантиках. И можно еще какое-то там украшение ювелирное в фольгу завернутое. Много, очень много раз с бантиком. Ювелирное украшение какое? Ну, можно кольцо, сережки, подвеску. А кольцо это немного значит? Кольцо, если не обручальное, если не золотое, то тогда немного. Ага, понятно. А что еще, кроме подарков? Кроме подарков, ей надо как-то так вот... Я сейчас тебе скажу одну очень важную вещь, что я тебя... Сейчас скажу тебе первую букву. Или последнюю, можно тоже сказать. Ю. Ю. Да. Просто подойти и сказать последнюю букву? Да. А если она испугается и убежит? То ей надо сказать «постой, постой» и полное слово. Это означало, что я тебя люблю. Хорошо, спасибо тебе за советы. Ну что, попробуем? Да. А будешь сама пробовать? Если очень хотите, то попробую. Ну, что скажешь? Мне понравилось. Угу. А мне кажется, что в ризотто курица должна быть чуть-чуть поменьше. Если бы она была немножко меньше, она бы и лучше соединялась с рисом. Да. Спасибо тебе, Ева. Здравствуйте, Ева. Здрасте. Виходить Ектор, я така та-да-да-да. Кіно... Яке гарне ім'я. Яка фантастична корона. Яка посмішка. Но-но-но. Спасибо большое. А залицяльників скільки? Ай, Єва. Настоящая одесситка, вот маленькая, точно. Ти ризикуєш, Єво. Адже обрати страву за моїм рецептом – це сміливий, але ризикований крок. Знаю. Та-да-да-да. Губер прибор. Я подумаю. Ева, мне действительно искренне понравилось твое ризотто. Я говорю тебе да. Спасибо. Ти ризикнула, юна леді. А ризик часто буває невиправданим.
Іноді можна ризикнути і отримати все, а деколи позбавити себе єдиного шансу на перемогу. Коли я скуштував твоє ризотто, мої рецептори сказали... Да. Это вкусно. Я тоже говорю тебе да. И у меня есть наряд для маленькой принцессы. Я поздравляю тебя, ты умница. Я желаю тебе удачи. Спасибо большое. Точно? Да. Меня зовут Ганага Максим, мне 12 років. Курицу не забывай про курицу. Я сьогодні готую курине філе з картоплею під клюквенним соусом. Характер у мене добрий. Даже про животных думаю, которых собираюсь есть, но все равно их ем. Мне кажется, она не приготовилась вообще. В духовку быстро, бегом. Успокойся, успокойся. Есть время, ставь в духовку. Как я? Она вообще не такая, как вчера. У тебя духовка включена? Да, духовка включена! Сима, смотри на меня. Успокойся. Успокойся. Дыши. Сим, дыши. Все получится. Может, оленью треба було добавити? Конечно. Все нормально. О, это очень хорошее получилось. Вот отлично. Вот ее берешь. Так, три хороших кусочка. Я выбрал три маленьких кусочка. Те, которые без розоватой середины. Тим, бери тележку. Бери тележку. Когда я шел к судьям, я очень сильно боялся. Не переживай, все хорошо. Эти чувства вообще нельзя никак объяснить, как я боялся. Здравствуйте. Здравствуй. О, Боже, неужели я вижу знаменитых судей мастер-шефа? У меня была катастрофа. В переносном смысле, типа, очень счастлив. Розповідай, чому ти прийшов на мастер-шеф? Я здесь очень хочу научиться готовить всякие блюда высокой кухни. Да. У меня есть три книжки, я там некоторые блюда читал. О, так ти любитель почитати. І, мабуть, за вуха тебе не відтягнеш від того навчання. То як справи у школі?
так собі. В школі учусь я на посередньо. Ну, так собі. А які предмети терпіти не можеш? Я вам сразу скажу, це англійська мова. Чому? Я взагалі язиком не знаю. Я сразу розтерюсь, коли говорю на англійському. Це, во-первых, а во-вторых, я знаю по-англійському тільки кілька слів. Bueno, por... Тоді давай я спробую навчити тебе англійської мови. Hello. Hello. How are you? My name is Maxim. Maxim, my name is Hector. Where are you from? Ну, і греть з нею. Розкажи краще про своїх друзів. Чи багато їх у тебе? В школі є друг. Його зовут Андрій. І тільки одну? Угу. Чому? Тому що всі, з ким я дружив, мене предавали. Це єдиний вірний мені друг. У меня был до этого один друг, он на меня предал, когда я перешел в другую школу. Он перешел со мной, чтобы мы чаще виделись, только мы были в разных классах. Yeah. Когда я пришел к нему на продленку, он просто сказал, что вы лучше друзья, чем тот Максим Ганага. Это было... обидно, но когда мой лучший друг, который всегда со мной дружил, говорит такое, это меня ранило в душу. Ну, как будто дружбы это и не было. Ого! Мне не нравится качество, предательство. То, что втирается в доверие, а потом бац, и нож в спину. Bueno, y amiga... А подруги у тебе є? Нет, подружек нету. Ви ж розумієте, що у дівчинок зовсім інші інтереси. Кукли, манікюр там і все таке. Жінчин дуже складно зрозуміти. Да, це правда. В моєму класі є одна дівчинка, яка дуже, ну, не дуже, але умна. Можна сказати, майже така, як я. І вона дуже вродлива. Як на мене. Можна вже перейти до другої теми. Bueno, і що ти понад усе цінуєш в людях? Más de la gente. Храбрость, думаю, так. А чи траплялася тобі в житті нагода проявити цю якість? Да. Когда защитила своего друга, там к нему приставали 300 старших клашки, и я там одного припечатал к стене. Это как? С собой. Вот так вот просто навалился, да, и припечатал. Знаєш, не кожен зважиться помиритися силою зі старшокласниками. Да. Entonces eres un héroe. Так що ти не просто Максим. Супер Максим. Да? Давай. Да. Давай, Супер Максим. Хорошо. Ого. А у школі тебе так само називають? Старшокласниці мене називають Пирожулей. А чому так? Як гадаєш? Если честно, я тоже не понимаю. Нет? Я думаю, да. Не, ни капли. Не, ну оно, по крайней мере, лучше, чем это. Когда тебя постоянно называют говнягой. У меня фамилия Ганага, но у меня есть очень группа одноклассница, она меня постоянно называет говнягой. Сам
Дам тобі пораду. Коли люди щось таке гидотне кажуть, то ти просто посміхайся їм у відповідь і йди геть. Супер, Максим. Своє блюдо. Тільки три маленькі кусочки куриці. Там всі остальні кусочки спортились. Саме, щоб вам та, плохое не давати, я вам дав такі, які вийшли. Está bien? І це ти правильно зробив, що презентував лише вдалі шматки. Спасибо. Угу. Я Дима. Здравствуй. Здравствуй. Я когда был такого же возраста, как и ты, меня наобижали. Я тебе скажу, в свою очередь, я припечатать как ты не мог. Так что то, что ты можешь припечатать, это не такое уж и плохое качество. Да, только я им часто не пользуюсь. А часто и не надо пользоваться. Ты пользуйся тогда, когда надо. Димин совет, думаю, покрасить жизнь. Ну, как клюквенный соус застыл, видишь? Угу. Тебе самому нравится? Да. Блюдо? Очень нравится. Хорошо. Спасибо тебе. А базилик зачем ты положил? Для красоты. Соус с клюквой. Ну, клюква подходит к курице. Да, представляешь? Хотелось бы, чтобы тарелка только единственная была побольше. Побольше? Угу. Не, ну я так и думала. Не, у меня была интуиция, что надо тарелку побольше, конечно. Но я ее не использовала. Спасибо. Таких храбрых мальчиков, честно говоря, очень-очень мало. Именно таких ребят мы ищем. Я говорю тебе «да». Какая у тебя цель, мама-сершант? Ну, я сюда пришел для того, чтобы научиться готовить изысканные блюда и еще найти друзей. Если ты будешь идти к своей цели упорно и настойчиво, ты придешь к ней. Я говорю тебе «да» для того, чтобы у тебя была такая возможность. Спасибо! А яку таку загадкову спецію ти додав до своєї страви? Любов. Любов, звісно. Цей секретний інгредієнт і твій талант зробили твою страву справді смачною. Три, да. А оскільки ти сміливець на ім'я Супер Максим, у тебе обов'язково має бути свій власний суперплащ. І ось ти тепер готовий до бою. І можеш зробити так. Хорошо. Поздравляю. До свидання. До свидання. Меня назвали Супер Максим, потому Хорошо. Что я своего друга защитила. Три да, три да. Ты мой сладкий, ты мой хороший. Мне не понравилось именно то, что я взял именно хорошие куски, но им не понравилось одно только. То, что они очень маленькие.
Симочка, ты молодец. Кстати, я говорю, что нужно побольше тарелка. Ты мне все расскажешь. Нужно было побольше тарелка, чтобы понравиться Татьяне. Это было так суперски вообще. Если бы у меня была реактивная ракета, я бы на нем взлетела до солнца и оттуда сделала огромный пирог. И все это сбросил жителям, чтобы они ели. Які ж вони всі різні, але безумовно, їх всіх об'єднує талант і любов до кулінарії. Когда появляются такие дети, мне хочется вернуться обратно в детство и вспомнить все то, что я когда-то делала, когда была такой... Да, это правда. У меня нет слов, я в шоке. Я тебя поздравляю. Максим отримав сьогодні останній білий фартух. Тож нова двадцятка юних кулінарів України готова до бою. Попереду на них чекає неймовірна кулінарна подорож за звання другого юного мастер-шефа України. О, за мною!